А мы продолжаем вместе с алматинцами увлекательное путешествие по Горному Алтаю. Напомним, что экспедиция любителей внедорожных приключений под руководством Сергея Красюкова уже успела проехать более 2500 километров через горные алтайские перевалы. Побывали на озере Алаколь, в поселке Зайсан, поднялись в горы Алтая и, преодолев его реки и долины, на третьи сутки увидели еще одну жемчужину Казахстана – озеро Маркаколь. В этот день, ближе к закату, экспедиционная колонна прибыла в еще одно уникальное по своей красоте место – в Катон-Карагайскую долину. Получить удовольствие, записать трек, я их потому что коллекционирую, посмотреть новые места, как всегда с нашим предводителем Сергеем Красюковым, не соскучишься, поэтому как бы получить опыт какой-то даже в какой-то степени. Ну и в основном просто люблю дорогу. Без дороги жить не могу. Дома, если неделю сижу, то уже все, голова болит. А можно поподробнее про треки? Треки, а почему? Что потом с треками делаешь? С треками потом переносишь в компьютер, смотришь с Гугла, где был, получаешь информацию. Где-то вот, например, мы проехали рядом, может быть, даже сейчас не заметили где-то. Может быть, озеро рядом красивое или еще что-то будет. А в Гугла потом залазишь, смотришь и... получаешь более обширную картинку, более обширную информацию о том месте, где ты был. И, конечно же, всегда интересно вернуться в то место, где ты уже бывал. Подбираемся к цивилизации. Нам сегодня обещали пантокриновое хозяйство, пантокриновые ванны.
На исходе дня участники экспедиции добрались до фермы по разведению моралов, хозяева которой радушно встретили и разместили в одном из домов путешествующих алматинцев, пообещав на утро экскурсию по ферме. День четвертый. Хорошо спится на Алтае, особенно в уютном деревянном срубе. Но дел столько много, а красота утреннего Алтая настолько захватывающая, что путешественники даже утренние сборы и завтрак свели к минимуму. Впереди знакомство с мораловым хозяйством и, естественно, с алтайской природой. Находимся в Горно-Алтайске, поселок Катон-Карагай. Четвертый день нашей экспедиции. Катаясь по богатым травянистым землям на мораловом хозяйстве, ребята, напарники на Land Cruiser 100 на заднем плане, как вы видите, незаметно для себя наехали на камень большой, где-то сантиметров, где-то 30 торчащие из земли, незаметный в траве так. И погнули кардан. То есть сейчас задние предпринимаются меры для снятия кардана. И на переднем кардане попытаемся покинуть данную местность для следующей экспедиции. Подожди, подожди, сейчас один удобно еще встал тут. Судорога. А в это время все остальные сочувственно поглощали арбуз. Знатная вещь. Холодный? Холодный, как горная речка. Мы чуть не родили, пока ее подняли. Еще болтает. Красиво. Так, покажи-ка. Офигеть. Красивый нарядный кардан. Такого больше не увидите. Подожди, стоп. Припал там, гайки. Подожди. Поздно. По доброй традиции, когда у нас случается какая-нибудь неполадка с машиной, мы разрезаем арбуз. Ура! Костюлек как компенсации, да? Угу. Нет, в этом никакого ура нет, но в любом случае хоть какой-то положительный момент. А вот это в расписание экскурсии явно не входило. Однако покинуть эти замечательные места на одном кардане оказалось непросто. Алтай при всем своем великолепии шутить не любит. И так просто решать проблемы не позволит. Хорошо, что есть друзья и трос. Там последний момент я решил направо идти.
Сейчас вот на самом последнем броде правее бери, по центру камень, правее бери. Вот камень посередине.